старину говорили: если хочешь, чтобы гость пришел к тебе снова, создай ему хорошее настроение. Зрителей и гостей у нас сегодня много, и мы с прибольшим удовольствием попытаемся создать для вас замечательное и хорошее настроение. В этот день такой яркий мы желаем вам добра. И пусть наши песни звучат подарком для вас. Для вас поет Валентина Ильс.